Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, я Арман, и сегодня у нас будет очередная фанатака. На этот раз у нас будут 50 гиганды 6 левела, вот 44 лежат у меня в военных лагерях, и плюс 6 в кланкастле. Еще добавок будут король, королева, и у меня с собой будут еще 4 банки хила, чтобы подлечить гигантов. Давайте, собственно, начнем искать противника. Атаковать я буду на ТХ 8, потому что на 9 ТХ, ну, не хочу просто нападать на 9 ТХ, потому что там не очень-то хорошо получится, я так думаю. Потому что только гиганты 100% не с трудностью будут набивать. Вот, и поэтому, думаю, будет лучше, если я нападу на какую-то 8 ТХ. Ну, не с очень плохой прокачкой, но просто, чтобы набить на 100% базу. Точнее, попробовать. Я не уверен даже, что с такой армией я могу там на 100% сломать даже 8 ТХ. Хотя, у меня 4 банки хила, может быть, получится. В общем, давайте я сейчас буду ставить на паузу, когда найду противника. А, вот, сразу нашли противника. В общем, что мы тут видим? Ну, прокачка не очень-то, вот, максимальная, так скажем. Вот. И тут немножко трудновато в том плане, что дырок на базе очень много. И сейчас надо как-то умно поступать, хотя ресурсов данного товарища не очень-то много. Ладно, давайте начнем с этой стороны. Сначала выпустим пару гигантов, чтобы они с собой взломали все ловушечки. Вот. Ну, думаю, там больше ловушек не будет. И выпускаем всех гигантов. Первый раз в такой армии нападаю. Вот. И давайте выпустим короля и королеву тоже. И подождем, пока наступит время для зельки. Давайте, ладно, спросим одну. А то у башни колдуна довольно-таки неплохо стреляет. Вот. Конечно, короля надо было немножко беречь, потому что сейчас он быстренько, думаю, сдохнет. Но ничего. Так, пожалуй, пора использовать вторую банку. Вот. И способности короля. Так, тут на эту кучку гигантов. А нет, они тоже зашли в зону действия хила. Вот. Сначала подумал, что они не будут лечиться, но нет, оказалось, что смогли лечиться. Так, королева вздыхает, надо помочь. Ну, а тут, думаю, ладно, давайте вот еще на всяком случае скинем баночку, чтобы наверняка наши гиганты жили. Вот. Ну, и весь деф разрушен, и гиганты начали лупить скелетиков. Вот прикольно, когда вот эти со своими большими руками мочат маленьких скелетиков. Ну и что остается из базы? Из базы ничего не остается. Одна хилка, или банка хила осталась у нас в запасе. Ну а королева, как всегда, лупит забор. Ну, это не странное явление, думаю. Ну и что тут осталось? Осталось всего одно хранилище золотом. Вот и все. Ну тут тоже были ловушечки, но, к счастью, я на них не наткнулся. Вот. Ну, все гиганты почти уцелели. Вот. И думаю, атака была неплохая, конечно, если не считать затрату. Так, сейчас посмотрим, что на базе творится. А у нас начинается сейчас кланвар. Да, вот уже начался. Нет, позже. Вот.
так и нету. Ну ладно, ребята, на этом закончим. Если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну и с вами был Арман, всем удачи, всем пока.